Ах, господи, господи. А это кого ж поддержать-то? А? А ну идем, ребят, к заводу. Подожди, Колька, ты у меня еще напряжешься. Что-то пляшешься. Чего? Ты у меня что-то пляшешься! А я хозяин плясать и не собирался. А ну идем, ребят. Немедленно разойтись!
на размышление даю одну минуту. Арестованные освобождены не будут. Роберт Карлович. Может быть, в шашечки сыграем? Мит гроссом фергнеген, с большим удовольствием, Александр Петрович. Только один минут. Я кончаю письмо своему сыну в Германии. А, пожалуйста, садитесь. Майка! Шляешься все? Дом-то не сидится? Хорошая она у вас девушка, Александр Петрович. Давай. Зафук, Александр Петрович. Здравствуйте, Александр Федорович.
Александр Федорович. Долго будет? Что будет? Забастовка. Забастовка-то, да и... Вот цик. А черт их знает. Как стало? Кто это такой Александр Петрович? Жилец наш новый. Социал, революционер, демократ, забастовщик. Из тех, что в 5-м году баламутили. И эту забастовку они заварили. Мы расстались с тобой, и мой поезд летит, только дым за собой оставляет, а разбитое сердце болит и болит, и душа бесконечно страдает. Но чем дальше вперед, на душе все грустней. Голова моя думать устала, и я вижу тебя средь блестящих огней в упоении шумного бала. Бриллианты кругом, кружева и цветы, бальный вихрь тебе нервы ласкает, всех улыбкой приятной приветствуешь ты. Куда ты пошел? И в глазах твоих счастье сияет. Но порой в тех глазах будто искорка слез. И я верю, что в музыке бальной тебе слышится шум от движения колес и свисток, и наш шепот прощальный. Что-то случилось. Чего еще? Бо! Сей, вставай! Сей! Пишет черт! Сейка! Тебе говорят. Вставай. Чего вставай? Мусь пришла. Здорово тебя. Идем, 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 идем. Сенька, тебе говорят. Гутен морген, Роберт Карлович. Здрасте, Александр Петрович. Роберт Карлович. А, Роберт Карлович. Пойдем пивка трахнем. Александр Петрович, не знаете, что там гудит?
Гудят. Случилось, что ли, чего? Пойдем посмотрим. А по дорожке пивка отрахнем. О, Зерьян, очень охотно, Александр Петрович. Я уже одеваюсь. Канич begreifen, где моя шапка потерялся. Все вину. Ну-ка, прикиньте. Как по-вашему, Александр Петрович? По-моему, хорошо, Роберт Карлович. По-моему, тоже хорошо. Пойдемте. Мы закидаем. Проверка. Милый, да мы же сволочей шапками закидаем. Что вы говорите, Александр Петрович? Говорю, шапками закидаем. Не закидайте, Александр Петрович. У нас тоже шапки найдется. Рабочие, вы знаете меня. Мы всегда вместе, рука об руку, вели борьбу за ваши права. И вы верили мне, поверьте сейчас, теперь, в эту великую роковую минуту, когда немцы вторглись в пределы нашей страны, что делать? Ответ на этот вопрос надо искать в сердце русского человека. Перед лицом внешнего врага забудем внутреннюю классовую рознь. И прекратите забастовку! И смело, с верой в победу, идите сражаться на поля брани! Идите сражаться на поля брани! Эй, вы, ай, дай, я дым, маленький чёрчик, и вы мои.
Ты что, тебя спрашивает? И я пойду. Куда пойду? Да никуда он не пойдет. Нет, пойду. Куда пойду? Добровольцем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Рассказал, значит, и пойду. Тебе говорят, пойду. Тебе говорят, пойду. Брось, что ты, милый? От одного хватай! Что-то тебе говорят! Тебе говорят! Стой! Трусы! Я тебе пойду! Трусы! Пусти, тебе говорят! Вот дура-то. Вот Петрович, лошака своего оставляю, последи за ним. Вернусь, отплачу, а не вернусь, себя оставишь. Договор.
уполномоченный Союза городов в лице. С одной стороны. И купец второй гильдии Митин с другой. Настоящий договор на поставку сапог для действующей армии по цене. Ран, дидайче инфантри, цизанте вахтам рейн, дан унсре тапфере кавалери, унт эндлих хинтер дрейн, ди артиллери мит дейм гешитц, унт алле мут видер олле фритц, канонен рассутн цух ан цух, дер байонетте валт, дурш блиц, klirn die freie Luft und endlich hieß es Halt! Здравствуйте, Роберт Карлович. Здравствуйте. Будьте так любезны получить, сколько я вам должен. Будьте любезны. Маечка.
Шашечка. Чу-чу. Папань, а папань? А немцы тоже? Чего папань, папань? Чего тебе надо здесь? Эх, Сеньк, Сеньк, какие ты кудри потерял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Пусти. Нужен кому? Нужен? Нет? Колька? Коля? Николай! Колька! Чего тебе? Ха-ха-ха-ха-ха!
Ладно, ладно. Выходи на переднюю линию. Почему остался? Почему я спрашиваю? Убрал. Вон отсюда! Вон отсюда! Чистом поле.
Thank you.
Wie viel ist die Uhr? Нет. Nein, nein, nein. Время. Moment. Знаешь, сколько час? Время. Schon 7 Uhr? Ich muss zurück ins Lager, um 7:30 wird geschlossen. Wir können nach der Arbeit noch in die Stadt gehen, müssen aber pünktlich zurück sein. Ich habe hier in der Stadt schon überall nach Arbeit gefragt. Ich bin Schuhmacher. Ja, Sapoznik. Aber alle sagen, für Deutsche haben wir keine Arbeit. Die russischen Soldaten an der Front waren nicht so feindselig gegen uns eingestellt, wie die Leute in den Städten. Ты понимаешь? Ага. Sie sehen meiner kleinen Schwester sehr ähnlich. Sie ist nur etwas kleiner wie Sie. Ich habe schon sehr lange keine Nachrichten mehr von ihr bekommen. Mein kleiner Bruder, ich glaube, er wird auch bald ins Feld müssen. Wenn er nur nicht an die Westfront kommt, sondern nach Russland. Das ist doch noch besser als wie nach Verdun. Понимаешь? Нет, не понимаю. Но ничего. Ich muss jetzt gehen. Es ist schon spät. До свидания.
Христа? Да где же вы, Бог? Ничего. Может, кушать хотите? Большое удовольствие. Мисс Зондером Фернюге. Как? Мисс Зондером Фернюге. Mit besonderem Vergnügen. Ты говоришь по-немецки, да? Ага. Это у нас тут такой Роберт Карлович жил, старик. Немец, он давно уже уехал. Так вот, они с папой всегда в шашки играли. Вот. И он меня выучил. Warum hast du mir das nicht früher gesagt, dass du Deutsch sprechen kannst? Dann hätten wir uns doch so schön unterhalten können, den ganzen Weg über. Ich hab gedacht, du verstehst überhaupt kein Wort. Da. So da. Ja, hast du ein Messer? Tja. Чаю хотите? Да не чай пришел. Как фамилия твоего гостя? Миллер Третье. Гость? Миллер Третье. Ну, Третий. У них в войске 8 Мюллеров. Ну, так вот что, милый Третий. Сделай одолжение. Отворот, поворот. Очень тебя прошу. Плохой смех. Вон отсюда. А он тоже похож. Вон отсюда! Немецкая рожа! Папанька, и он сапожник. Стыдно вам, Александр Петрович. А звучит-то! Получше тебя еще раз зайдутся! Вон отсюда! Wo ist der Ausgang? Ausgang ist es. Ja. Ну. Dort. Maika! А?
Danke für alles. Leb wohl. Ну-ка, выйди, покажи. Ты сапожник? Я. Да, сапожник. Так вот что. Пойдем ко мне. Подработаешь. Сам раньше на дому работал. Ну, идем. Вашим слезам нет места сейчас. Сейчас война. И пока мы не победим, мы не можем жалеть врагов наших. Вы должны быть и телом, и духом вместе с нами. Мы делаем правое дело, дрянь паршивая. Может, чайку? Что-то не хочется. А это зачем у тебя? Лошадь давай. Их не видал? Нет, не видал. Ну! Ну! О! О!
Ну! 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 Мальчик! Мальчик! Милый, ну, чего с тобой? Ну! Ну! Марин, милый, лошадь ноги сломала. Барин, милый, что ж теперь делать? Лошадь подохнет, и мне подыхать. Барин, милый. Барин. Что ты говоришь о себе? О лошади? Когда вся Россия, весь русский народ, не щадя сил и жизни лучших сынов своих, напрягаясь в великой героической борьбе, защищает родину. Из этой великой борьбы Россия выйдет обновленной и окрепшей. Время ли отчаиваться, когда сердце переполнено радостью и сознанием скорой победы. Близка победа и только победа! Немцам! Победа над немцами! Победа полная и решительная поднимет тебя из этой грязной ямы! Иного пути нет! Почта! Для нас письмо приехали. Петру Иванову Хаткину. Мне. Мне. Soldaten durch die Stadt marschieren, öffnen die Mädchen Fenster und die Türen. Warme Darm, warme Darm, los ringen Tränen, bisschen Schnurr, es hat Schnurr, los ringen Tränen, bisschen Schnurr, es hat Bumm. Перестань петь! Перестань! Тебе говорю! Что же вы наделали, а? Вон отсюда! Уйди отсюда! Вон отсюда! Уйди! Бей немца! Бей сволоту! Того, что он немец, он такой же сапожник.
чего вам? Расходиться надо. Ну, давай, давай. Давай, 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 давай. Ну. Сеньку моего убили. Колькину давай. Давай на Колькин. Больше на воле пущать не вельно, а то шум много получается. Отойдите, отойдите, отойдите. Давай, 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 ну, спускай, 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 ну. Спускай, спускай, спускай. Ну. Er war ein russischer Patriot und er hat mich niedergeschlagen. Bloß weil ich ein Deutscher bin. Aber dann kam ein Mädchen, die war so nett zu mir. Wenn sie nicht gewesen wäre, sie hätte mich totgeschlagen. Слыхали или нет? Царь наш от престола отказал. Врешь! Врешь! Кто врешь? Что будет депеша есть? Во горячка! Во горячка-то! Фу ты! Граждане, зашло солнце революции и растопило
оковы тиранит. Александр Федорович, Александр Федорович. Здравствуйте, Александр Федорович. Некогда мне, некогда. От имени Временного правительства приветствую вас, свободные граждане, свободной России! Ура! Теперь будет править Дума от народа. Дума. А я так полагаю, хрен с ним, с царем. Надо полагать, войны теперь не будете? Говорят, у помещиков землю вот горячки. Ладно, наступайте. Брат, когда ж кончим-то, а?
tötet mich nicht. Ich habe Frau und Kind zu Hause. А я так полагаю, что не хочет они воевать. Тетет мисс мисс. Нет, не хочет. Давай. Объясни мне мелочок. Мы не хотим воевать, они не хотят воевать. А четвертый год воюем, а? Пусти. Куда? Куда? Куда, Николай? Дайте мне говорить! Всякая сволочь! Немецкие агенты, большевики, шпионы и предатели призывают к братанью на фронте! В эту самую минуту, когда страна кровью обливаясь, защищается от внешнего врага, большевики предают родину! Большевики разлагают армию! От имени временного правительства я заявляю... Не мешайте! Не мешайте мне говорить! От имени временного правительства я заявляю ротающихся солдат, предателей, разлагающих армию, будем уничтожать беспощадно!
Николаша, мелочок. Винтовок, винтовок начальству не давайте. Солдатские депутаты зимний какой-то взяли. Вежливо просят. Слезайте. Подчиняюсь насилию. Не подчиняйтесь. Петрунь, следи. Иди. Николай! Коля! Эй! Колечка! Колечка! Коля! Чего тебе? Вставай! Сейчас.